Вы смотрите новости Аскина на телеканале ЮТВ. Меня зовут Лилия Ахметова. Здравствуйте. Каждый вторник и в субботу в 7 часов вечера мы рассказываем о событиях и интересных людях Аскинского района. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Аграрии Аскинского района делают ставку на озимую рожь. Больница Аскина вошла в тройку лучших в республике. 11 тренажеров для спортсменов и любителей установили в парке Ешлек. Начнем выпуск коротких новостей. Разводить рыбу в Аскинском районе решил местный житель. Ему необходима земля для строительства пруда. Глава администрации дал поручение поддержать проект. В администрации прошел очередной предпринимательский час. Еще один участник совещания рассказал о планах по открытию магазина в одной из деревень района. Он намерен продавать строительные, хозяйственные и продовольственные товары. Для этого предприниматель планирует арендовать земельный участок с последующим выкупом. Объем инвестиций составит 5 миллионов рублей. Этот проект также было поручено поддержать и оказать помощь в реализации. Решат Дихин посетил кладбище в селе Урмиязы. В Аскинском районе прошел день поминовения и почитания. В связи с эпидемиологической ситуацией его перенесли со 2 мая на 6 июня. Жители и трудовые коллективы отремонтировали ограждения, заборы, покрасили входы, скосили траву и вывезли мусор с территорий. В работе было задействовано 26 единиц техники, почти 700 человек. Они вывезли 28 тонн мусора. Священнослужители также пообщались с родственниками усопших и почитали молитвы. Дни безопасности пройдут в Аскинском районе. Так называется профилактическая акция, которая пройдет с 15 по 26 июня. В ее рамках инспекторы гостехнадзора проверят самоходные машины и прицепы к ним. Мероприятия направлены на профилактику и предупреждение правонарушений со стороны водителей и владельцев гусеничных колесных тракторов, комбайнов, косилок, дорожно-строительных машин, а также мотовездеходов. Компания «Уфанет» ищет новых сотрудников. Приглашаем на должность менеджер центра продаж и сопровождения клиентов. Если вы любите общаться с людьми и хотите развиваться в продажах и рассказывать жителям о новостях Аскина, приходите. Мы предлагаем заработную плату от 20 до 35 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, полный социальный пакет. Станьте частью нашей дружной команды. Заполняйте резюме в группе ВКонтакте «Уфанет» и телеканал ЮТВ Аскина. Или звоните по номеру 09388 с мобильных телефонов операторов МТС, Билайн и Мегафон бесплатно. А теперь перейдем к основным новостям. Хороший урожай ржи планируют собрать земледельцы Аскинского района. Дело в том, что осенью они выбрали для посева элитные сорта. Об этом и не только узнал наш сервис-инженер Артем Абзалов во время поездки в хозяйство «Урал». Техника предприятия готовит почву под посев озимых культур. Механизаторам этой осенью предстоит засеять больше 1500 гектаров. Они настроены оптимистично, потому что перезимовали семена прошлого года хорошо. Озимой ржи посеяли. Слава Богу, без никаких происшествий, без ЧП провели посевную. На сегодняшний день собираемся на химпрополку. Гербициды закупили. После химпрополки уже, наверное, приступаем уже к кормозаготовительной кампании. На сегодняшний день идет подготовка техники, закупаем запчасти, подготавливаем технику. Озимые перезимовали очень хорошо, 100% у нас схожесть, ничего не заболело, ничего не замерзло. Поэтому урожай мы ждем неплохой, так как у нас большинство озимых посеяно элитными семенами. Своевременно хозяйство района провели подкормку данных озимых, поэтому если у нас все будет благополучно с погодными условиями, мы, в принципе, ждем неплохой урожай. А животноводы ждут хороших надоев. Коров вывели на летнее пастбищное содержание. Днем они свободно пасутся, а вечером возвращаются на дойку. В сутки одна корова дает около 10 литров молока. Но, как говорит председатель хозяйства, этого мало. Работают сегодня две доярки. Надаиваем на сегодняшний день где-то 9,5 литров молока. Это, конечно, немного. Но стараемся улучшить породы коров, чтобы увеличить надои молока. Животноводы Урала заняты выхаживанием телят. Важно обеспечить им качественное питание в первые 3 месяца жизни. Ведь здоровые телята – залог будущего молочной продуктивности и экономики хозяйства. Наращивая объемы производства молока, можно получить субсидии от государства. По мнению Министерства хозяйства проходит конкурс «Агростартап». Там у нас тоже подано
около 6 заявок. Значит, конкурсный отбор у нас проходит. Если все будет хорошо, будет одобрено, то примерно около 25 миллионов рублей у нас вливание в район в этом году получится. То есть у нас дополнительно появится 5 действующих фермерских хозяйств. У аграриев каждый летний день на счету. Сейчас они завершают химпрополку, на днях начнется заготовка кормов. В хозяйстве «Урал» планируется скосить 120 гектаров козлятника, 60 гектаров люцерны. По словам председателя СПК «Урал», 2000 рулонов сена им хватит, чтобы будущей зимой накормить все 90 голов скота. Министерство здравоохранения Башкирии составило рейтинг лучших и худших больниц республики по итогам трех месяцев 2020 года. Эксперты оценивали доступность записи на прием, вызовы скорой помощи, точность диагнозов, а также выполнение плана по диспансеризации. Больница Аскина вошла в тройку лучших. Об этом материале. Гульнара Гильмуловна – самый добрый доктор в Аскинской больнице. В этом уверены маленькие пациенты и их родители. Врач с 24-летним опытом говорит, что здоровье детей за последние годы стало намного лучше. Связано это с более ответственным отношением родителей и хорошим оснащением больниц. Прошло довольно-таки много лет, так ведь? И мне есть чем сравнивать. То есть работать вначале было, конечно, сложнее. Во-первых, нехватка кадров сказывалась. То есть было время, когда на весь район работали 2-3 педиатра. Сейчас у нас обеспеченность 100%. В настоящее время мы обеспечены всем необходимым для оказания первичной медико-санитарной помощи. Это компьютеры, принтеры, весы электронные, электронные тонометры, ростомеры. То есть все, что вот нам необходимо, у нас имеется. Детская поликлиника – это 6 педиатрических участков, в которых закреплены почти 4500 детей. Здоровье маленьких аскинцев находится в руках профессионалов. Это в очередной раз доказал рейтинг Министерства здравоохранения Башкортостана. За первый квартал 2020 года Аскинская СРБ лидирующее положение имеет. Мы на хорошем счету по показателям, по качеству работы, по оказанию медицинской помощи детскому населению и взрослому населению по профилю акушерства и гинекологии. То есть детская консультация и женская консультация показали достойные цифры, показали достойное качество оказания медицинской помощи. В рейтинге участвовали многие показатели, начиная с точности диагнозов, заканчивая доступностью записи на прием к врачам. Признание столичными экспертами результатов работы стало для аскинских врачей приятным сюрпризом накануне Дня медицинского работника. Праздник отметят в 3 воскресенье июня. Аскинцы могут привести свое тело в форму, при этом не тратя лишних денег. В парке Ишлек установили тренажеры на любой вкус и цвет. Об этом подробнее. Ферзан Дельмиев учится в училище Олимпийского резерва в Чебоксарах. Профессиональный самбист последние месяцы поддерживает форму дома, в Аскино. С недавних пор излюбленным местом для занятий стал парк Ишлек, где недавно установили спортивные снаряды и тренажеры. Ферзан готовится к мировым стартам. В этом году стал победителем первенства России среди юношей 2002-2003 с отбором на первенство мира в Сербию, город Новый Сад. А в каком городе проходило это соревнование? Первенство России проходило в городе Екатеринбурге. В парк могут прийти все желающие. Здесь установили тренажеры не только для профессионалов, но и для любителей. Для детей есть шведская стенка, стол для настольного тенниса. Более взрослые жители могут покрутить педали велотренажеров. Здесь же школьники будут готовиться к сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Силовые тренажеры, беговые дорожки есть, есть велосипеды, на которых можно выполнять и подготавливаться к сдаче нормативов ГТО. На них могут заниматься любые люди любого возраста, у кого есть желание поправить свое здоровье, заняться физической культурой. Хочу сказать огромное спасибо Министерству молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, которое помогло нам, выделило комплекс ГТО. Установкой снарядов занимались сотрудники детско-юношеской школы и комплекса «Батыр». Спортивный комплекс является универсальным. Здесь занимаются гиревики, футболисты, легкоатлеты. Также для безопасности и защиты от травм площадка покрыта резиновой крошкой. На сегодня это все. Я благодарю вас за внимание. Смотрите новости Аскина каждый вторник и в субботу в 7 часов вечера на телеканале ЮТВ. До свидания.